Я настолько ощутил себя маленькой песчинкой, маленьким муравьем. Я здесь в этой игре как бот, я тут персонаж. И что нельзя ни в коем случае никого будить. Это не нравится игроку. Он специально сел сюда играть, чтобы здесь никто ничего не знал. Надо благодарить. Надо каждый день благодарить за то, что мы не знаем. Да, это очень точное определение. Я ощущаю сейчас себя как муравьем. Я всего лишь муравей, который вообще ничего не знает. Но за нами смотрят. Большой глаз такой за нами смотрит, как на муравья. Для изучения какого-то. Да, вот когда я слышу что-то, помогает сразу. Оно наполняет красками этот мир. Я как будто бы его конструирую. Но Бога благодарить за все. Мы вообще все не так представляем, все, что там может быть. Это вообще не то. Это мощнее в миллионы раз. Я контролирую время, я прям цепляюсь за это время, чтобы оно сейчас не уходило от меня, потому что я сейчас люблю время. Нужно уважать время и ценить каждый момент, каждое мгновение в этом мире. Тело помогает здесь быть, тело надо развивать, тело — это все, что у нас есть. Никуда не нужно отсюда уходить. Прекрасный мир, созданный специально для нас. Неважно, какой он тут нереальный, все должны его ценить. Это не оспаривается и беспрекословно. Только так должно быть. Вам благо дано не знать всего этого. Игрок Руслан вошел в тело. Я всего лишь игрок. Но играют. Игрок свыше. Мы это забыли. Это с любовью стерто. Только из-за любви и от любви к вам. Это не я, как будто до этого разговаривал. Что-то как будто через меня разговаривал. Вселяется и выходит, чтобы сказать. Условно, аватар. Руслана, верните, пожалуйста, на место. Все, я надеюсь, что мы закончили. Я все передал. Все то страшное, что мне открылось, я сейчас его пытаюсь прожить на себе, прочувствовать, и тем самым понимаю, что страх уходит даже такого масштабного знания. И полностью пропускаю через себя эту правду и принимаю ее в себе. Да, я игрок, я это понимаю, я это осознаю, и я благодарен за то, что я игрок. Играйте мной сейчас звучит двояко, да? Играйте мной, я подразумеваю то, что те команды, которые будут ко мне через импульс изнутри, из тела даваться, что я хочу пойти туда-то, я хочу заниматься по таким-то творчеством, я хочу сделать такой-то бизнес, я хочу поговорить-то с тем-то, я принимаю все команды условно свыше и не сопротивляюсь им. А что такое не сопротивляюсь? Не подключаю свой аналитичный, системный, беспокойный ум, который эти команды пытается обдумать и, возможно, оспорить. Так вот эту вот думалку на вот эти команды не нужно включать. Именно вот в это я закладываю понятие, что я принимаю, играете мной. Остальное вот это знание я должен нести в себе не как тяжкий груз, а как знание. И использовать это знание во благо себе. Тут речь идет о том, что про конструирование этого мира. Вот когда я смотрю, я тем самым прорисовываю больше, все больше и больше детализируя вот эту комнату, например. Когда я на улице гуляю, чем больше я смотрю по сторонам, вверх на многоэтажке, тем больше я детализирую вокруг себя эту локацию. И тут принцип, как в компьютерных играх. И создавать свои миры, усовершенствовать эту игру хочется. Сделать ее интереснее, разнообразнее, детализованнее.
чтобы эта игра заработала на максимальных настройках графики. Чем качественнее детализованнее, тем в нее интереснее играть. Как и мне, так и моему, так сказать, игроку. Ну, это одно, это единое, наверное. Вот сейчас это единое. Я не отделяю. Вот, точно. Я себя не отделяю от того, кто мной играет. Я себя чувствую единым с ним. Неразделенным. Я не нечто отдельное. Я сливаюсь с этой игрой. Я принимаю ее. Я не торможу процесс. А когда я сопротивлялся, я отделял себя от игрока. Я нечто отдельное в этой игре от игрока. И в очередной раз говорю, когда игрок понимает, что есть какой-то отделившийся бот, который его не слушается, это неинтересно. Мой неинтерес здесь превращается в деструктив, самокопание, апатию. Но тогда, когда я соединяюсь, сливаюсь воедино, вот так вот я распаковал вот эту информацию. Но разница в том, что я убрал отсюда страх и принял неизбежное. То еще сильнее начинаю любить этот мир, понимая, какая работа проделана. Максимально с любовью относишься, хоть хочется относиться к этому миру. С таким чувством благодарности за каждую деталь. А мы все этого не ценим. Меня теперь не должно волновать, что кто-то это не ценит. Теперь самое главное, я это ценю. Просто хочется уже больше молчать. С улыбкой смотреть на все это, на все, что здесь происходит, на этот максимально живой мир. Я начинаю приходить к пониманию, что такое настоящее, вот это вот плохое слово, заезженное пробуждение. Я только-только начинаю к нему, возможно, касаться этого. Настоящее пробуждение такое, в моем текущем понимании, в данный момент времени, подчеркиваю это то, когда ты уже не хочешь что-то говорить и что-то объяснять. Тогда, когда тебе уже достаточно того, что ты знаешь, в этом мире все сделано из-за любви для меня. Тогда погоди, не факт, что я программа. Возможно, я есть этот игрок, который мной играет. Не в том плане, что я с ним слился. А этот игрок сел играть, подключившись к моему телу. В итоге я выгляжу тоже не так. Я не знаю, один там игрок или их много, не понимаю. И почему-то так случилось, что вот это тело, которым играет игрок, оно осозналось. А что такое осозналось? Она вспоминает, что оно не вот тут вот маленькое тело муравей в этой игре. Оно нечто большее, что всего лишь вошло в эту игру и подсоединилось к этой программе. Я, получается, передаю привет своему игроку. То есть не своему игроку, а самому себе. Это очень сложно понять. Цепочку вот эту вот распутать и держать ее сейчас в голове.
Но в любом случае, все, что я сейчас говорю, оно просто еще больше генерирует во мне любви. Это очень мощно. И мне все больше начинает хотеться в нее играть. Мы с тобой встретились здесь, а здесь это плоский плацдарм, симулированный, смоделированный. А как мы сюда зашли, хотя не знаю, добровольно или нет, подключившись в эту игру из разных источников. Все, что здесь негативное происходит в человеческом понимании, плане убийства, смерти, насилия, это всего лишь площадка, плацдарм, на которой есть различный опыт. Что означает фраза «для получения опыта сюда пришли»? Для ощущения «поиграть сюда пришли». Тот, кто за тобой, тот, кто за мной. Поиграть и в позитивный, и в негативный опыт. Мы просто на сервере находимся. И когда мы здесь наиграемся, снимаем очки и идем дальше. Это я образ сказал, у меня это так, а ты просыпаешься на своей планете. Если уж я понял, что здесь эта игра, так надо же красиво играть. Настолько сейчас это становится ясно. Настолько красиво. Потому что нет смысла делать некрасиво. Это прям пробирает тебя прям всего, насколько это красиво. Легкое вот это ощущение, когда ты ни о чем не паришься. Здесь можно не бояться. Какой-то механизм сопротивления и усложнения игры для интереса играть. И во всем этом здесь не хочется употреблять ни вообще ни в какую слово «Бог». Он не на этом уровне. Он выше этих игроков. Он там. Я не говорю, что его нет, просто сейчас о нем бессмысленно говорить. И есть вероятность, что те, кто живут очень красиво в этой жизни, они все это знают. У меня нет, конечно, в этом уверенности, но есть ощущение. Какой смысл этим людям, которые это знают, общаться с теми людьми, которые этого не знают? Им есть лишь смысл подпитывать эту игру и незнание, не ломая систему, потому что это сродни самоубийству. Что такое наравне самоубийству? Уровень сложности упадет, он будет снижаться до того уровня. Опуститься может игра, когда один сюда подключился, второй подключился, и они все помнят. Какой интерес тогда будет играть? Потому что ты вовлечен в мир. А почему ты вовлечен? Ты начинаешь настолько пропитываться атмосферой, настолько верить, как передана атмосфера через звук, графику, персонажи, диалоги, режиссуру, что тебе настолько кайфово в ней,
Вот это вот знание, что он в игре, оно мешает получать удовольствие игроку. Эта игра всего лишь развлечение для игрока. Если это так звучит, это очень страшно. Но теперь с пониманием, что этот игрок, это ты есть, это из страха превращается в развлечение. Так далеко я не забирался. В трезвом уме, в здравии. Так, настолько высоко. При этом принимаю эту игру, любя ее. И желая здесь оставаться. Потому что мы все там успеем все познать. Я свои же слова перефразирую от Бога. Я понимаю теперь фразу, что я здесь никогда не один. Бог, он тебя никогда не покидает. Заезженная фраза. Мой игрок не может меня покинуть. Я всегда с ним. Мы всегда одно. Здесь не может быть ощущения одиночества и покинутости. Только если этот персонаж в лице эго начинает думать, что он отделенный, что им не управляют,